Сегодня в России возобновили продажу билетов в плацкартные вагоны. Напомню, она была приостановлена до прояснения ситуации с повышением тарифа за проезд. В итоге правительство решило не повышать в 2018 году тарифы на проезд в плацкарте. Цены останутся на уровне текущего года. Напомню, согласно действующим правилам, продажа билетов должна осуществляться не позднее, чем за 45 дней до даты отправления. Таким образом, граждане успеют приобрести билеты на нужные в новом году даты в установленный срок.